2 градуса вода. Ага, отлично видно. 2 градуса? Посту да. Жопу, кто будет снимать? На 80 метров нырнул. Да, я знаю. Скажешь, в форме будет... сердечки, да, сделали да, специально? Да. Это купол был, а там был крест еще выпилен. Да? Все, ты снимаешь? Да. А без ничего вы нырнули? Нет, в костюме. Что-то у меня. Смотри. Чего там? Он замерз, Артур, держи. На. Держи. На меня снимай, не их снимай. Это Артур шорты? Да, это Артур шорты. Я мокрый бы не смог одеть. Там глубоко или нет? Нормально. Можно так? Нет, там, можно, есть, но... там можно, застрянешь, но потом кто тебя будет доставать? Было. А я уже это оделся, я уже нырять не буду. Ты тоже меня снимаешь? Потом вышли, пожалуйста. Тебя все снимают. Я троник смонтирую. Так, Артур, ты меня снимай, а не это. Прыгать нельзя. Там лестница, прыгать нельзя, там надо слазить по лестнице. Хорошо, ладно. Там застрянешь. Хорошо. А что, это? Ты снимаешь меня? Снимаю уже целую минуту. Все в трусах, а ты в лифчик. Это специально для тебя, Андрей. Сейчас все подтянется. Эй, не влезай, сиди там. Ныряй на тот берег, там такая же полоса. Так, давай. Теперь снимай быстро, быстро снимай все. Вот так еще надо вытереть лед. Снимай, и мы тебя разотрем. Хорошо. Сейчас растиралку достану. Что, холодно, что ли? Так ты не снимал? Блин, он не снимал, блин. На улице тепло. Давай, включай камеру. Все, пошло уже. Давай, я на. Точно пошел? Дай посмотрю. Да, уже 13 секунд. Снимаешь? Да. А лифчик снимает. Так переохладишься, зачем второй раз? На старт! Там лестница, туда нырять нельзя. Аккуратно. Смотри, лифчик голову не вошла. Ну, бестолковый. Под лед? Ну, в прорубь нырять опасно нырять можно. Слушай, ну это бабаёшка вообще. Да вполне. Ну хоть два. Все, Лара, сейчас ты просто. Это я сразу за всю силу. Благодарю, выключай.